Победителей конкурса «Мерия Леотбасе» сегодня определили в Алматы. Премьерными жюри признало сразу две семьи. Смотр проходит уже шестой год подряд. И с каждым разом, по словам организаторов, число участников увеличивается. На этот раз конкурировали 116 семей. В финале же за награды боролись 16, то есть по два представителя от каждого района. С супругой мы вместе уже 43 года. Воспитали трех сыновей и одну дочь. У нас уже 11 внуков. Дети пошли по нашим стопам. Все работают в сфере искусства. Отрадно, что мы победили. Особенные чувства нас переполняют. А секрет счастливой супружеской жизни у нас прост. Это терпение, любовь и общие цели. Теперь будем готовиться к республиканскому этапу конкурса.